Дорогие дамы и господа, мы рады вас приветствовать сегодня на этом празднике, на этом мероприятии. Мы рады, что вас пришло так много. Приходите всегда. Давайте поприветствуем друг друга. Хотел бы пожелать каждому из вас, чтобы этот праздник, который отмечают ассирийцы, которые жили в определенном месте и имели вот эту церковь, которая за моей спиной, и имели своего небесного патрона, покровителя, святого Куриакуса, пусть он, как и прежде, покрывает нас, наши семьи, нас, близких, наших любимых людей. Наш народ очень любит.